Анонс и дата выхода 24 серии турецкого сериала «Маленький лучик света». 24 серия сериала выйдет в эфир 6 марта. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Дила позвонила Элиф и сообщила, что они с Гюнеш подготовили для нее последнее выступление. У нее есть полчаса, чтобы это все увидеть своими собственными глазами. Дила стояла вместе с ребенком у края обрыва и предупредила Элиф, что если она опоздает, то не сможет посмотреть. Но если же она приедет с Фератом, то больше никогда не увидит Гюнеш. Элиф выбежала из дома и ничего не сказала Ферату, но он последовал за ней. Гюнеш очень напугана и просит Дилу отпустить ее. Но Дила убеждает свою дочь, что вместе они смогут отправиться в более прекрасное место. Когда Элиф прибыла на место, то попыталась остановить Дилу. Она признала в том, что во всем виновата и сожалеет о своих поступках. Элиф просит забрать ее, но отпустить Гюнеш. Но когда приехал Ферат, то Дила схватила Элиф за руку и вместе с ней сбросилась с обрыва. Ферат и Гюнеш были шокированы. Вскоре на место происшествия приехала спасательная бригада и сразу же приступили к поискам. Но только спасательная бригада ничего так и не смогла найти. Ферат настаивает на том, чтобы поиски продолжались и дальше. Умран ни капли слез не проронила по своей дочери. Ее обвиняют в том, что это она довела ее до такого состояния. И теперь из-за нее Дила оказалась со своим собственным ребенком у пропасти. Альпер сообщил Ферату неприятные новости о том, что поиски прекратили. Напомним, 24 серия сериала выйдет в эфир 6 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.